Здравствуйте! Добрый день! Мы рады приветствовать уважаемых посетителей, любимых покупателей, милых детей и щедрых родителей, очаровательных девушек и решительных парней, любезных бабушек и сногсшибательных и солидных дедушек! Привет всем! И вам, кто целенаправленно поспешил к нам, и тем, кто совершенно случайно заглянул на второй день рождения любимого торгово-развлекательного центра, всем вместе! Не, ребят, так дело не пойдет. Еще раз, 3-4! Четвертый этаж, я вас рано, не слышу. Рано, Саша. И те, и другие поступили очень мудро. Потому что никто из вас и никого из вас Аврора не оставит без своего внимания. Сегодня ваш любимый ТРЦ Аврора празднует свою вторую, совсем еще маленькую, но такую важную годовщину. Второй день рождения торгово-развлекательного центра Аврора объявляется открытым! Варос любезно предоставила очень много вкусненьких конфеток, которые вскоре сможет попробовать реально каждый. Я видела эти коробки. Это, знаете, это повтор на втором игроке. Перебрасываю. Нового развлекательного центра Аврора. Это выступление группы все вместе. Скай! Где аплодисменты? Иди, я тебя обниму. Ты знаешь, что такое поздравление? Как зовут? Алина. Алина, Вита, давай будем обниматься. Она именинница. Ты сегодня именинница. Я думаю, вообще просто стоит красивая, симпатичная девочка, вся светится. В принципе, у девушки неприлично спрашивать, сколько лет, но даже... Но ей не 8. Однозначно. Хочешь в лабиринт набыть? Вот как? Ну покажите, как? Такого числа в мире нет. Вот кто хочет первый приз. Как зовут? Данил, аплодисменты. А что бы вы Авроре пожелали? Денег, Дарина. Дарина, ну все, это просто вот денег. Бесстрашные девчонки. Бесстрашные, потому что они самые первые. А первым, ох, как нелегко выступать. Но это не о наших девочках из вокально-эстрадной студии «Соло». Они огромные молодцы и уже просто торопятся, вот рвутся к нам. Я их уже держу, не могу, они уже бегут. Они хотят эстрадного вокала.